Hello, children, and welcome to the lesson. Здравствуйте, ребята. Продолжаем нашу работу. Today we are revising something and describing pictures. Мы с вами сегодня повторим названия комнат, мебели, повторим цвета и опишем картинки. So, let's start our work. Начинаем нашу работу. What room is this? Что это за комната? It is a bedroom. What can you see there? Что мы тут с вами увидели? Из того, что мы уже знаем. I can see a bed. Кровать. It is green and pink. I can see a lamp. Лампа. It is red. Красная. I can see a chair. Стул. It is green. I can see an alarm clock. Будильник. Мы с вами выучили это слово, когда учили буквы. It is pink and white. I can see a ball. It is yellow and blue. Stop the video and describe the picture by yourselves. Поставьте видео на паузу и еще раз назовите, что вы здесь увидели и какого это цвета. The next picture. What room is this? Следующая картинка. Что это за комната? It is a living room. Это зал. It is a living room. What can you see here? Что мы тут с вами увидим? I can see a sofa. Диван. It is red. I can see a lamp. Опять лампа. It is yellow. I can see a table. Столик. It is brown. I can see a flower. Цветок. It is yellow and green. I can see a clock. Часы. It is blue. Stop the video and describe the picture by yourselves. Поставьте видео на паузу и еще раз назовите предметы и цвета, которые вы увидели на картинке. Well, now let's revise letters we have already learned. Давайте повторим с вами буквы, которые мы уже знаем. A, B, C. Еще раз со мной. A, B, C. What is this? Кто это перед нами? It is a cat. It is brown. Кот. И мы вспомнили, какого цвета он? Коричневый. What is this? А это что? It is a ball. Мячик.
It is yellow, green, red and blue. Он разноцветный. Желтый, зеленый, красный и голубой. What are they? А это что? They are apples. Это яблоки. They are red. И они у нас красные. Давайте подберем, какие слова к какой буковке относятся. A. Apple. B. Ball. C. Cat. Вспомнили? Буковка A умеет говорить A. Буковка B – Б. А буковка C – К. Теперь давайте с вами познакомимся с новой буковкой. Посмотрите, большая буква. Сразу вы ее узнали. Похожа очень на русскую букву Т, которая дает звук Т. Вы правы. В английском языке эта буковка тоже дает звук Т. Но посмотрите, маленькая буковка совсем не похожа на русскую. Запомните. Letter. T. И звук Т. Tiger. Tulip. Tortoise. Top. It is a tiger. It is a tulip. It is a tortoise. It is a top. Запомнили новую буковку и новые слова. Tiger – тигр. Tortoise – черепаха. Tulip – тюльпан. Top – юла. Как же писать эту букву? Буквы пишутся сверху вниз. Чтобы написать большую букву Т, нужно на две клеточки написать опору сверху вниз, а потом положить сверху кирпичик слева направо. Чтобы написать маленькую букву, посмотрите, она тоже на две клеточки. Мы сначала должны написать крючок сверху вниз и маленькую черточку чуть выше середины. Мы ее будем делать посредине второй клеточки. Возьмите тетрадку в клеточку и потренируйтесь. Пропишите строчечку большой и маленькой буквы рядом. Одна строчка, вы чередуете буквы большую и маленькую. Well, this is all for today. Goodbye, children.